Кстати, качество очень хорошее. Короче, Тёма, давай. Тёма завтра играет. И он за полгода гитару первый раз взял в руки и пытается подобрать, что завтра играет. Давай уже начинай играть. Что, подбирается? Давай, соляк, что-то скучно, давай под... Звучит так кончено, конечно. Нет, мне та песня больше нравилась. Подожди, давай ее лучше поиграем. Это, блин, на сцене. Ту на сцене будем подбирать, да? Да, я уже подобрал. Ту тоже подобрал. Да, ну все песни подобрал. Солячок решил заказать. Че, не подобно? Когда я на бас-гитаре за 2000, а играю как на 100 долларов. Я уже гитара год в руках не трогал. Год или полгода, сколько? Год. Купил гитару, блин, последний раз. Да, нет, когда выйдешь играть, нормально пойдет. Я просто уже позабывал. Я, короче, кинул гитару, решил стать композитором. Композитор. Студия, блин, замутили. Ну, как бы была студия вообще. Я ее у Паши отжал. Нормальные басисты посмотрят, скажут, что он заиграет, блин. Кто нормальные басисты, блин? Я не знаю. Хорошо, не знаю. Что? О, сейчас раскачка идет. Проморозил уже эту раскачку. На сцене что ты будешь делать? Он сказал, простите. Мои песни не поддержал бас-гитару в руках. Не репетировал, извините. Репетировал в 9 часов вечера первый раз. А завтра в 9 играть. Тяжелая, знаешь, чисто гитара и такой мясо жесткое такое. Сейчас я открою, там у меня есть такие барабаны. Обучающий урок, Тёма, сделай. Обучающий урок, как писать музыку? Да. Я не умею. Вот, началось. Завис не вовремя. Выключи запись. Вырежи это потом, типа компьютер не зависает. Так наоборот, смотрите, завис, падла. Вот сейчас будет начинается урок, как делать кочевое музло. Открываем готовые сэмплы барабанов. Да, вставляем какой помесни. Лучше панк открыть. Панк лучше. Так это же, блин, надо каждое накидывать. Короче, когда что-то сделал с дорожкой не то, просто ее удаляем. Просто ее удаляем. Да. Это бывает, это нормально. Amps and pedals. Бас. Во! Смотрите, все просто. Бас, amp и педал. Вот, лой. Можно покрутить что-то крутилочкой. Но лучше не крутить, лучше сразу открыть готовый пресет. Нормальный. Настроечка тут по-быстрому. Накрутка. Что-то задержка большая. Чик. А, у тебя буфер побольше поставим. Или поменьше надо. Поменьше. Сейчас все станет тихо. О, задержка ушла. Все, теперь можно валить. Я, чтоб такое, подметал было. Классик. Нормально.
почти как Корн. Сразу же. Буст и тон. Никаких настроек, ничего не надо. Буста побольше. Так подожди, нам надо какую-то гитару наложить. А как есть? Это ж не перспективно без гитары вообще. Так, сейчас мы бас-гитару отложим пока. Знаешь, какую гитару мы сделаем сейчас? Постапокалиптику, короче. А что это, прям продается такие эти? Мы ее быстро сейчас скачаем. Бля, она гик весит, как ты быстро скачаешь. Мы же в Америке живем. Тут интернет вообще скоростной. Ну да, прям уж так. Я же просто чувствую, как оно должно быть. Все, пока Тёма сейчас накидывает темку по-быстренькому. Разбивал. Сейчас будет. Вот, ловите этот трек. А где это тут? Блин, я не то открыл, подожди. Тихо, так. А вот, драмер, смотри, Кайл. У нас есть Крбайнд. Стерео. Блин, наушников, смотри, блин, сколько. Вконтакте. Sony. АКГ. Аудиотехника. Сейчас будет. Во-во-во, ты чё? Это какая-то жесть. Это, блин, как космический корабль, знаешь, лазерным лучом да. Стреляет. Сейчас все будет. Плюс подровняем, чтобы она подходила под барабаны. Темный металл. Нормально, пойдет. Космический. На скорую руку. А здесь просто еще добавить... Но, ты убери одного, убери одну бочку, чтобы оно тут это, вот это не было вначале. Ну, да. Так. Черный металл, блин. Космический. Все! Просто идеально. Так, все только нам осталось. Помогли немножко барабанщику Кайлу сделать, решить его проблему. Короче, прописываем гитару. Сложный процесс. Комбики, ничего не... У нас все просто. Комбики, ничего не надо. Что? Эта песня Green Day. Это что-то постапокалиптические гитары. Мало постапокалиптического, подожди. Это такое вот сейчас. Это такое, знаешь, типа попорощу, вот такой вот стиль гитар. Короче, идет долгий процесс подборки гитары, который занимает
максимум 10 минут. Ты нашли бы гитару такую дикую, просто постапокалиптическую. Ты начни, перезапиши еще. Сейчас, я буду, чтобы потом его задрать вверх. Это будет мега слабо, подожди. Сейчас Тёма соляк прописывает. Ай, блин. Просто сейчас будет соло. Мега-соляк вообще. Триндец. Ай, блин. Если ты не... Так, все, пришла пора писать бас-гитару. Во, наконец-то. Добавить сока. Этот ужас. В этот весь процесс был ради того, чтобы Тёма смог поиграть на бас-гитаре. Слышь, а еще вот этот, когда вот этот соляк, еще такие, знаешь, женские, такие, о-о-о. Там, ну, сейчас ставим. Такое, знаешь, такое, чтобы он еще больше добавляло такого драматизма. Сейчас бас пропишем. Ну давай, прописка баса. Покончено. За 5 секунд партию придумал. Так же самое, как ты завтра, блин, крепить, как выступление готовишься. Детали партии не придумывают. Оно идет просто от души. Ну вот такая. Последние вот, нотки. Реально, вот музыка, знаешь, такой вот чел ед, знаешь, в пустыне, в этой. После атомной войны, знаешь, да, такие эракезы, знаешь, такие панки, цепи едут с пулеметами за воду. Да, добавим плачущий голосок, да, будет, и будет вообще все. Посмотрели дичайший клип, как написать песню. За один вечер создать хит, да, который будет топ-5 iTunes в течение месяца. Вот это учитесь. Тёма проседал, композитор просто. Да, обращайтесь. Для контактов и связи обращайтесь к моему менеджеру Стасу. Да. Мы договоримся по цене, напишем трек.
клип сделали, все продумали, сценарий. Мы посмотрели только что композицию крутую. Вот она у нас. Вот, в таком стиле мы работаем немного. Как бы таком промокей, там такое все. Любовь, кровь, сквозь слезы, крылья, твоя любовь. Короче, такое все. И главное, что сроки. Это просто кричащие. Инди-эмо-стиль. Сроки сколько? Работаем в кричащие сроки. Можем за пару часов буквально предоставить уже хит, сценарий. Хит мирового уровня. И песню, и все. Ну, блин. Так что вот такие. Да. Парту масти. Ауги.